Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты. С 2019 года дачники не смогут построить или реконструировать дом без специальных уведомлений. Их будет 7. На каждый случай предусматриваются свои правила, в частности, это уведомление властей о начале работ на участке. С 1 января 2019 года вводится единый уведомительный порядок строительства и оформления права собственности в садоводческих, некоммерческих, товариществах и населенных пунктах. После того, как дачник сообщил о начале строительства, он должен дождаться уведомления уже от местной администрации о том, что дом соответствует установленным параметрам и допустимо строить его на земельном участке. Но можно получить и отказ, если дом превышает указанные в законе размеры, собственник не смог подтвердить свои права на землю и так далее. По завершении строительства в течение месяца после окончания стройки надо снова подавать уведомление в администрацию с приложением технического плана садового дома и ждать ответное уведомление о соответствии стройки требованиям законодательства о градостроительной деятельности. Теперь местная администрация обязана предоставить такой документ в течение 7 рабочих дней. При этом, как администрация будет проверять, что дачник настроил, не забота застройщика. Его задача уведомить, что стройка завершена. Порядок такого уведомления предполагает, что к самому документу уведомлению нужно приложить техплан на дом и квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию права собственности на дом. Так что самому регистрировать дом не надо. Местная администрация после выдачи уведомления дачника о соответствии строения требуемым параметрам самостоятельно направляет все документы в Росреестр для регистрации собственности. Останется только ждать весточки от налоговиков. Проблемы, связанные с легализацией неформальной занятости, один из наиболее актуальных сфер социально-трудовых отношений. По данным Красноярскстата, сегодня только в Туве около 30 тысяч человек работают нелегально. В рамках проекта «Шаги к благополучию» Министерство труда и социальной политики Республики совместно с муниципальными комиссиями провело широкомасштабную информационную работу, в ходе которой граждан знакомились с негативными последствиями неформальной занятости. В результате за 9 месяцев текущего года выявлены более 4 тысяч человек, находящихся в неформальных трудовых отношениях, легализовано около 3700 работников. Так, именно для работников, не желающих портить отношения со своим начальством, в муниципальных образованиях республику установят ящики доверия. С их помощью нелегалы смогут анонимно сообщать о своих работодателях. В связи с этим Минтруд Тувы призывает работодателя привести в соответствие трудовые отношения с работниками до применения санкций со стороны органов надзора и контроля. Производство промышленных товаров в Туве выросло на 5%. Об этом свидетельствуют предварительные итоги социально-экономического развития республики за 9 месяцев текущего года, которые подвели в правительство региона. Как отметили в Министерстве экономики республики, представившим анализ, особенностью года стало то, что впервые рост был достигнут не только за счет угля, добыча которого на 1 октября составила более 1 миллиона тонн и увеличилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По динамике наращивания производства начали опережать предприятия, перерабатывающие текстильной и пищевой промышленности. Так, среди обрабатывающих производств, где прирост за 9 месяцев составил 34%, значительные темпы показывала Кызылская швейная фабрика, запущенная в январе нынешнего года. За счет новых мощностей выпуск текстиля в республике увеличился в 15 раз. Хороший старт швейной фабрики обеспечил заказ Министерства обороны России. Так, с появлением новых заказчиков, предприятие, на котором пока трудится 40 швей, планирует удвоить количество рабочих мест. Кроме того, в сфере обработки значительный подъем наблюдался в предпринимательском секторе. Особенно успешно развивались здесь направления, связанные с ремонтом и монтажом машин и оборудования. И о курсах валют. Доллар стоит 66 рублей 63 копейки, евро 76 рублей 66 копеек. Компания «Вятские мехобелка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. С 10 по 15 октября в ЦУМе. Георгий Дронов, Андрей Кайков, Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич в комедии «Любовный пасьянс». 16 октября в Национальном театре.
Травы Тувы сохранили рецепт пантового бальзама Бойдус. Мы улучшили вкусовые качества путем добавления ягод и ароматных трав, сохранив при этом все полезные качества, которые дарует нам природа. Консервантами являются сахарозаменители сахар. С бальзамом Бойдус всегда красота, положительная энергия и сопротивляемость к невзгодам. Продукт пастеризован. Магазин Травы Тувы. Чульдум 44. Овавиол. Десятого октября на Арбате пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню психического здоровья. В этом году основная тема памятной даты посвящена молодежи. Специалисты Республиканской психбольницы расскажут населению о психических расстройствах, распространении депрессии, шизофрении и о методах и способах укрепления психического здоровья, профилактики лечения заболеваний. Для участников проведут тренинги, игровые упражнения на групповое сплочение и позитивное мышление. Психическое здоровье – основа благополучия каждого человека, при котором он может реализовать свой потенциал и способности противостоять стрессам, продуктивно работать и привносить весомый вклад в жизнь общества. В процессе жизнедеятельности здоровье страдает от стрессовых ситуаций, что может привести к расстройствам и болезням. В рамках акции, приуроченной к Всемирному дню психического здоровья, специалисты Респсихбольницы проводят семинары в общеобразовательных учреждениях «День открытых дверей для населения». 10 октября на Арбате помимо тренингов, игровых упражнений и спортивных мероприятий будет развернутый выездной психологический кабинет, где клинические психологи проведут для всех желающих тестирование на выявление депрессивных и тревожных расстройств. Миноборнауки региона объявляет конкурс на учреждение грантов главы республики для выпускников 2018 года вузов и профессиональных образовательных организаций, выезжающих на работу в сельскую местность. Гранты присуждаются победителям конкурса 10 выпускникам вузов и СУЗов по востребованным направлениям подготовки из области образования. Это инженерное дело, технологии и технические науки, также сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки и образование и педагогические науки с квалификацией учитель физики, учитель математики, учитель информатики, информационно-коммуникационных технологий. В конкурсе принимают участие выпускники 2018 года, желающие заключить трудовой договор сроком на 5 лет, выехать и работать на основное место работы в муниципальное предприятие организации, расположенной в сельской местности. На прошлых выходных в Тувинской государственной филармонии имени Халилова состоялся полуфинал возрожденной лиги КВН «Тыва». За 4 путевки в финал шутили 8 команд. У всех КВНщиков была одна цель – остро пошутить и выйти в финал лиги. Итак, дети, продолжим. Так, Воронов ворон. Хорошо. Козлинович баран. Прекрасно. Жеребцов Аскыр. Хорошо. И собачканян Бульба. Да вы болеете? Главная интрига игры – смогут ли тувинские команды что-либо противопоставить более опытным абаканцам. Ребята из команды училища Олимпийского резерва и медколледжа, а также ребята из транспортного техникума и физмата ТВГУ и техникума экономики и права и колледжа искусств старались показать себя перед зрителями жюри исключительно с хорошей стороны. В свою очередь, шутки команд зал встречал громким смехом. Знаешь что? Знаешь что? Я сейчас его позову! Давай. Вот! О, палка какая, хомяшалка! Дитя жрать немало, превращается в амбала! Ну что, пошумим? Поехали! Основная задача мероприятия – это развитие движения КВН в Туве. Во время соревнований молодежь имеет возможность проявить себя, показать свой потенциал, а также найти новых друзей. Как говорит Максим Тунев, заместитель главы правительства Тувы, в этом году перед организаторами стояли определенные задачи. И правительство, и те ребята, которые занимаются организацией КВН, ставили перед собой одну задачу – большую – привлечь как можно больше новой аудитории, новых лиц. Многим сегодня выступающим, это была их, может быть, вторая или даже третья игра, третий выход на сцену. И то, что сегодня мы видели, это очень здорово. Вообще, в целом, развитие КВН в этом, в прошлом году, оно получило дополнительный импульс. Сегодня не меньше 2-3 тысяч человек играет,
если прибавить к ним болельщиков, семьи, то это получится огромная-огромная аудитория. Между тем, в финале противостояние обострилось. Единственная местная команда, которая смогла побороться с молодежной сборной Абакана, это семья филфакеров из ТУВГУ. Очередной кастинг на наш новый тувинский телеканал. Итак, это опять вы? О, господи, еще собака. Я напоминаю вам, что вы находитесь на кастинге наш новый национальный телеканал MTV. Что означает «мы тувинцы»? Вообще. Что вы умеете? Мы хотим устроиться к вам камерщиками и сопродюсером. Что у вас там? Ну, мы будем сочинять тексты для ваших песен. Ну вот, например. Как бы не было шабер, мы в городе Кызыле, и никогда не знали мы истории отравления. Напомним, что семья филфакеров, как сборная ТУВГУ со случайными близнецами, представляли республику на Кубке главы Тувы. Ну а в финале сыграли не 4, а 5 команд, так как 4 и 5 места поделили спортсмены и транспортники. Третьими стали медики, вторые – абаканцы, победители – филологи. Ну а финал состоится в декабре, где главный приз – 100 тысяч рублей. Понедельник. Время узнать о том, кто сегодня получил 10 литров бесплатного бензина от радио «Голос Азии». Первая республиканская ФМ-радио уже второй год подряд проводит акцию «Заправляйся на радио». На этот раз партнер программы АЗС «Сипродукт». Условия просты – слушать радио и ловить условный сигнал. Кто приедет на заправку первым, того и бензин. Важно на заднем стекле своего железного коня иметь фирменную наклейку «Голос Азии». Узнаем, кто первым после условного сигнала добрался до АЗС «Сипродукт» по Калинина. 27/1 и залил топливо. Отправляйся на радио! Здравствуйте! По республике ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 2,7 метра в секунду, местами порывы до 14. В Кызыле переменная облачность, без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью -1, -3, днем +12, +14. В новом номере еженедельника «Тува ТВ Инфо» читайте. Трагическая гибель молодого полицейского Чаяна Сендеола. Вечная память. Какие обновления появились в национальном парке? КВН. Абаканцы проиграли Кызылу. За что Сайдашу Мангушу подарили командирские часы? Соревнования по армейскому рукопашному бою. Смотрите захватывающие моменты. Заправляйся на радио. Победители за неделю. Радио «Голос Азии» начинает большую игру в рамках города. И еще много интересного. Также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрыша и лотереи, ТВ-программы, недвижимость в отдельном блоке, огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ Инфо.